В рамках года педагога и наставника в России стартовала акция «Спасибо учителю». Жители Колпашевского района могут присоединиться к всероссийской акции. Чтобы принять в ней участие, нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить его в соцсети с хэштегом «Спасибо учителю». Также через сайт проекта «спасибоучителю.рф» можно отправить поздравительную открытку или сделать звонок педагогу в любой уголок страны. Начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич отметила, что сегодня отправить письмо со словами благодарности и поддержки своим любимым учителям, воспитателям и педагогам может каждый. Цитата. «Напишите свое письмо благодарность для учителей-наставников, которые помогли найти дорогу в жизни, кто учил вас, а сейчас учит ваших детей. Ведь труд педагога бесценный». Конец цитаты. Напомним, старт акции благодарности педагогам и наставникам дал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 25 мая.